Одна из главных задач туристического города – сохранение объектов культурного наследия. Благодаря программе «Тобольск настоящий» в городе активно приступили к реставрации памятников. В этом году у нас продолжаются работы по реставрации водонапорной башни, 13 могил. Приступаем к работам по благоустройству завального кладбища как объекта культурного наследия. На экспертизе достоверности сметной стоимости у нас находится научно-проектная документация, которая разработана по объектам земляной вал, ограждение на Ремезово 41 со сторожками. Приступаем к работам по реставрации объекта культурного наследия Пахарькова 10. Всего на туристическом маршруте в Тобольске находится 32 объекта культурного наследия. Из них 8 в Нагорной части и 24 в Нижнем Посаде. В этом году будет разработана научно-проектная документация еще по 3 объектам культурного наследия. Работы планируют провести на улице Басова 1, доме купцов Владимировых на улице Мира и отреставрировать жилой дом на Октябрьской. Вот этот участок улицы у нас на Октябрьской, он остался единственным, где существует какой-то очень маленький такой уголок. Турист или вот мы, я вот лично, когда бываю в этих местах, у меня воображение сразу становится Тобольск, допустим, 19-го, 18-го века. Потому что тут поворачиваешь голову, и ты видишь вот целый ряд таких домов. И вот единственный дом там, вот на этом участке улицы Октябрьской, он был вот в таком запущенном состоянии. Кроме реставрации памятников и частных домов деревянного зодчества 18-19 века, в рамках программы развития городской среды планируется привести к единому стилю и ограждение на туристическом маршруте. Работы начнутся уже в ближайшее время. Наталья Китова, Ярослав Прохоров, Тобольское время.